Доминика Артемчик в свои 13 точно знает, кем станет в будущем. Вот уже 2 года она создает натуральную косметику. Детское увлечение переросло в серьезное хобби, самодельные средства на туалетном столике постепенно вытеснили баночки из масс-маркета. Образовался целый арсенал ингредиентов – кофе, глина, корица, рисовая мука, овсянка и гвоздика. Пчелиный воск у нас семья пчеловодов, вот поэтому одалживаю у дедушки. И все остальные ингредиенты собираю уже по городу. Сейчас в бальзам для губ входит более 10 ингредиентов масел. Смешать в нужные пропорции и хранить месяц в холодильнике. Первые знания девочка черпала на YouTube, позже прошла онлайн-курсы. Овсяные хлопья помогают усилить приток кислорода, благодаря чему все процессы обмена усиливаются, а процессы старения, наоборот, замедляются. Доминика признается, сразу создавала простые средства по уходу. Затем в списке хендмейда появилась пудра для лица из косточек авокадо, после и Уптан – новомодная смесь для умывания. Этот скраб для тела юная бизнесвумен тоже разработала сама. В составе кофейная гуща, растительное масло подойдет любой, уверяет автор смеси. Сахар и эфирные масла. Запах очень приятный. На каждой баночке красуется логотип. Дизайн будущий косметолог разработала вместе с подругой. После напечатала наклейки с готовым вариантом. До личного бренда, конечно, далеко, но начало положено. Как в юном возрасте можно зарабатывать с помощью увлечения, ответ на этот вопрос дает эксперт. Розничная торговля натуральной косметикой носит все признаки предпринимательской деятельности. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо обратиться в регистрирующий орган по месту жительства и представить необходимые документы. Возможно зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя кого-то из родственников или знакомых. Также на продукцию необходимо получить сертификаты соответствия. Так называемые зеленые средства заменили Доминике всю косметичку. Кожа такому подарку сразу сказала спасибо. Да и вопрос, что подарить близким и подругам на праздник, больше не актуален. Одна из моих мечт, чтобы у Доминики было увлечение, я к этому очень много прилагала усилий. С самого детства я ей показывала разные варианты, что можно, чем можно увлекаться, что можно, чем можно интересоваться, в чем себя можно развивать. Поэтому мы с ней, можно сказать, с 3 лет активно участвуем в разных мероприятиях, кружках. Шаг навстречу экологии семья Артемчик сделала еще 5 лет назад. Пластик на кухне заменили стеклом, для мусора появилось сразу несколько контейнеров. А на смену полиэтиленовым пакетам пришли вязаные сумки. Семейство уверено, маленький вклад в сохранение природы тоже вклад. Беларусь, напомню, поэтапно отказывается от пластиковой упаковки. С января 2021 из общепита и вовсе исчезнут вредные соломинки, тарелки и стаканы. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели.